שלום לכם שאלים מולי נשמת כל הנפשמי ובכלל אמר מורדכי בן תמר, הצלחת המסער ורפואת המסער, רפואה שמה וגם לנשמת מלכה בת כמעט, רפואה שמה לך אסתר בת תמר וחיה רחל בת יפה, רפואה שמה הצלחה וסיימו עברי סכום נרודו. So, продолжаем הלכות תענית. Завтра у нас под часы. Пост 10 Тевета начинается в пост в 5:49 утра. Все евреи должны поститься в этот пост, кроме детей, которые девочки меньше 12 и мальчики младше 13 лет. Если они даже хотят поститься, мы им не разрешаем, даже они понимают, о чем пост. Люди, которые болеют, они от этого поста освобождены, даже если их болезнь не опасна для здоровья. Человек, который болел и выздоровел, и еще слабый, если будет поститься, может вернуться к своей болезни, то, или его болезнь, дабы вернется к нему, то также от поста освобожден. Хочет покушать до 5:40. Дальше. Человек, который хочет покушать утром. Пост начинается 5:49. Перед тем, как он сегодня ночью идет спать, должен сделать условие, что я проснусь до начала поста. И до начала поста я покушаю и попью. Тогда имеет право кушать и пить. Если человек пьет всегда ночью, то даже если он не сделал условие, пить он имеет право без условия. В этот пост можно по закону мыть все свое тело теплой водой. Но ашкеназим говорят, что нельзя. Но так как этот пост у нас выпадает на пятницу, и это единственный пост из всех постов, который может выпасть на пятницу. Асараб и Тевет, 10 Тевета. И если бы он выпил на шаббат, мы бы его не переносили. Но он никогда на шаббат не выпадает. Тиша Беав выпадает на шаббат, переносится. Потому что мы говорили, строго с этого поста начинается в том, что с этого начало разрушения было с этого поста. Это пост в честь чего? В память о том, что Навуходоносор пришел и начал осаду Иерусалима, которая длилась 2.5 года и в конце привела к разрушению первого Бета Мигдаша. Это начало бедствий. Поэтому, мы сказали, завтра перед шаббатом можно искупаться все тело и даже для ашкеназим. Завтра, так как пятница, у нас минха будет, в 4 часа, как мы сказали, есть беркат коаним и утром, и вечером. Беркат коаним должно быть ближе к заходу солнца, поэтому мы начинаем в 4, чтобы прямо к заходу солнца сделать беркат коаним. Пост завтра заканчивается, по одному мнению, в 5:08, это самое раннее время, самое позже это 5:20. Потом идем домой, делаем кидуш, как обычно, и заканчиваем свой пост. Завтра в молитве у нас в шахарит и в минхат тот, кто постится, говорит анену. Тот, кто не постится, освобожден от поста, анену не говорит. Завтра сефер Тора и утром, и вечером айхаль муше, тот, кто постится, читает благословение на Тору. Тот, кто нет, то благословение на Тору не читает. В 4 часа будет минха. Мы остаемся здесь на шаббат. Да, все, продолжаем, конечно. Как обычно в пятницу. Что сразу будет как бы после этого Кабарат Шаббат и после этого Арвит. Человек, который в день поста забыл, что сегодня пост, и съел чего-то, обязан прекратить то, что он кушает, и продолжить свой пост. Потом, в другой день, должен поститься, чтобы искупить то, что он поел в пост. Но если он взял что-то, забыл, что сегодня пост, и сказал благословение, и потом вспомнил, что сегодня пост, но еще не попробовал, что ему делать? То, что он благословил, должен немного попробовать. Не проглотить, а пригубить. Попробовать, чтобы вкус у него остался, чтобы благословение его не было напрасным. Как говорят мудрецы, что запрет произносить имя Всевышнего напрасно строже, чем запрет не кушать на Таанит, на день поста. Завтра у нас Сефер Тора заключается Аллаха только тогда, когда есть 6 человек, которые постятся. И утром, и вечером. И Коэн, как мы сказали, и кто читает благословение, должны поститься. Если человек намеревается утром поститься, но у него не получается. Уже он считается один из 6. Дальше, что будет, Безрат Ашем, будет видно. Баруха Адонай Леолам. Амин ве амин.